Сегодня утром, когда я пришел в клуб, чтобы подготовиться и во всеоружии встретить воскресник по сбору колосков, похитили аккордеон. Такого крупного дела у нас в деревне с 1948 года не было. Я стоите, тут и стойте. Не надо бегать, не надо. А дверь ты не закрючена. Вчера была суббота, и, конечно, гражданину выпить не возбраняется, но двери надо закрючивать. Но эта ветка ничего другого означать не может, как продавщица Дуську. Крышка мне. Тебе надо замуж выходить, Евдокия. Замуж? Смотри на меня, Диски. А я сейчас страшная. А этот человек способен на все. Вы бы видели, как он смотрит на меня. Дверь открывала, а аккордеон не брал. Аккордеон не брал, а дверь открывала. Анискин, это ж понимаете, смешно. Ха-ха-ха. Быть у вас все время под рукой. Дяденька, оставьте нас в покое. Ну как? Дяденька, вы меня поняли, девочки? Поняли, а? Ой, папаня. Что тебе надо от несчастного артиста, участковый уполномочен? Что же вы такое над собой произвели? Ведь в этой бочке скоро лягушки выведутся. Там вода-то прокисла. Простите, нижайший Федор Иванович, да? Но артист всегда должен уметь привести себя в порядок. Мой аккордеон, мой аккордеон. В каком доме? Ты, Федор, думай, что говоришь. А Семен, а ты аккордеон-то куда спрятал? Смотри, Анискин найдет. Найдет. Человек чуть с ума в городе тронулся. Из-за музыки своей. В бочку с лягушками полез. Федор Иванович. Геннадий Николаевич. Дорогой. Дорогой.